Сейчас будет не та песня, которая заявлена в изначальной концертной программе. Я немножечко на ходу буду менять трек-лист. Песня, которую мы сейчас исполним, я сочинил в авторстве. У меня есть очень мало людей, с которыми я что-либо ухитряюсь сделать вместе. Вот человек, который сочинил текст этой песни, он же сочинил текст песни про начальника, и есть еще несколько песен в моем репертуаре прекрасных. Его зовут Леонид Каганов, он, кстати, присутствует среди вас в зале. Аплодируйте, пожалуйста. Собственно, нам обратились в какой-то момент, и ребята и сказали, можете сочинить песню, ну, такую, чтобы она была, ну, чтобы без призывов, там, без пропаганды, без, ну, чтобы ее можно было вообще послушать, включить где-нибудь и так далее. Тот случай, когда позвали на первый канал, говорит, Василий, мы хотим поговорить про современную поэзию, и чтобы вы выступили. Я говорю, конечно, приду. Они говорят, ну, вы, я говорю, выбирайте песню. Они говорят, хорошо, не перезвоню через там несколько дней. Я говорю, слушайте, тут проблема возникла. Я одну песню петь нельзя. Мы, говорит, как-нибудь там потом позвоним. Вот, собственно, эту песню петь можно везде. Вот, добрая песня про научно-технический прогресс. Она называется... Вы готовы? Нет? Песня про научно-технический прогресс, которую даже детям можно включить. Да. Следите за ним на следующую песню. Она называется Wi-Fi. А! Мы ходили в баню с пацанами, взяли раков, пиво от души. Три подушки увязались с нами, очень, между прочим, хороши. Мы купались, парились в парилке, разливали пиво через край. Обсуждали новые мобилки и нашли случайно сеть Wi-Fi. Миха получил письмо с работы, Леха моментально вышел в Skype. В общем, хорошо прошла суббота. Повезло, что в бане был Wi-Fi. Мы ходили в клуб послушать песни. Нам пришлось у дальней стенки сесть. Там не видно сцену, ты хоть тресни. Но розетка для зарядки есть. А не видно сцену, мне не надо. Как ты там на сцене не играешь, лучше все равно смотреть с айпада. Повезло, что в клубе был Wi-Fi. Повезло. Мы с друзьями были на рыбалке. Там Wi-Fi не было совсем. Я подумал, ладно, мне не жалко. И достал Wi-Fi с мобилки всем. Холодный ветер, ветер натянулся каждый байт. Мы купили рыбу в интернете. Повезло, что был у нас Wi-Fi. Я теперь совсем не представляю, как мы раньше ухитрялись жить. Что за жизнь такая без Wi-Fi? Не развлечься, не поговорить. Единственная песня, которая есть у нас. Все остальное как будто бы нет. Знаете, как это как когда я был в городе Магадане, да, ведь я как автор песни иду в Магадан, съездил туда дважды после этого. И, знаете, я приехал, там все так... В общем, ну, такое заброшенное помещение, что все разрушено уже, никто не живет, там живут на самом деле. И я говорю, а в городе есть архитектор вообще? Он говорит, есть, но ты знаешь, вот везде вот то, что тебе не нравится во всех этих местах, там официально написано «пустырь». То есть официально город на самом деле нормальный. Друзья, сейчас мы небольшой акустический блок вам исполним из песен. В конце концов, нужно себе иногда доказывать, что ты музыкант, ставить перед собой пипит, открывать руки гитару. Вот, мы сыграем сейчас пару песен. Одна песня тоже на самом деле добрая. Мне тоже для нее нужен текст. И я хочу сказать, что она тоже вошла в новую пластинку. Вещь добрая, на самом деле не смешная совсем песня, но добрая. Добрая и мелодичная.
Она называет, ну, на самом деле я могу, конечно, облажаться, но в жизни, вся жизнь состоит из неточностей, поэтому только интереснее будет. Песня называется «Человек хороший». Сегодня с нами здесь будет исполнять следующую песню. Друзья, я вот, видите, даже путаюсь по Казани. Раз, два, три, четыре, шесть. Я был очень маленьким, когда он уже собирал стадионы. Я даже был на этом стадионе однажды. Теперь он сегодня будет с нами на этой сцене исполнять нашу песню. Приветствуйте, друзья, Глеб Самойлов. В самой большой стране в мире.
Мы сначала. Друзья, живой концерт. В мире мудрый добрый народ ищет промили в кефире, по улице ест и пьет. Страшные силы искусства, яйца прибиты к земле, все ждали паскудства, располагали к себе. Кошка повисла на ветке, крыска под полом шкребет, курит на лестничной клетке мудрый добрый народ. Где-то в болотах и гнили царский народ, царот тянет боржу на картине мудрый добрый народ. Возьмите за картошкой, слышится робкое мля. Телеведущий в окошко смотрит на стены Кремля. Люди смеялись от счастья, дети кричали «Ура!». И разрывали счастье всех, кто был против добра. И разрывали на части всех, кто был против добра. Глеб Самойлов! Аплодисменты, это был жесточайший эксклюзив на самом деле. Мы Глеба очень любим. И эксклюзив был до этого, когда Вася приходил к нам в интерфейте. Да, я тоже приходил однажды в интерфейте группы The Matrix. Да. Вот. Вот мы теперь вошли в историю. Спасибо всем. Да здравствует Вася Обломов. Ура! Вася Обломов, президенты! А Глебов, премьер-министры. Спасибо. Хорошо. Ты чё, я же половину повешу. И на этой радостной ноте мы провожаем Глеба и... Песня называлась «Доброта». Друзья, ну, мы продолжим наш курс. И песня, которую мы сейчас исполним, это, кстати говоря, продюсер проекта «Господин Хороший» Андрей Васильев тоже находится в этом зале. И вы можете где-нибудь поймать его и затребовать бабла на продолжение проекта. Может быть, он где-нибудь его найдет. У него много приятелей друзей. Нет, не надо зажигать свои зали, не надо. Пусть будет все загадочно. Вот. Песня, которую мы сейчас исполним, она это был номер из проекта, и новость состояла в том, что наш президент обратился к народу опять и сказал, что на нашей территории скопилось 90 миллиардов тонн отходов. Мы взвесили так, за и против, поняли, что этого очень много. Песня называется «90 миллиардов тонн говна». Далекие дали,
российских недр ресурсы. Здесь каждый вносит свой вклад. Ведь сколько еще не найдено бесценных сюрпризов в земле. А это наши предки оставили на память мне и тебе. 90 миллиардов тонков. 90 миллиардов тонков. 90 миллиардов тонков. 90 миллиардов тонков. И мы не изменим движение широкой души страны без особого напряжения. Всему миру оставим и мы. Ведь Россия — это простор, а дороги ведут нас к распутью. Выйдешь порою из дома, встанешь и вдохнешь полной грудью. В 90 миллиардов тонков на 90 миллиардов. Чиновникам страной управлять. Только главное стараться не врываться. Браво! Спасибо. Представляя следующую песню, хочется сказать, что это единственная песня в репертуаре Васи Обломова о погоде. Погода сегодня, вы сами знаете, и песня, соответственно, носит название «Пора валить». Наш столичный мир суров и труден, нынче в ночь 100 лет и 10. Над Москвою выпал свежий Путин и засыпал так, что не пройти. Москвичи вздымали к небу руки. Где же ты, вселенское добро? Чем теперь откапывать судьбы? Как идти в кроссовках до метро? Чуть притихнув, Путин падал снова и летел, окружаясь издалека. Не было приемца ни такого, разве что пристали не слегка. Не было приемца ни такого, разве что пристали не слегка. Гастарбайт носится с лопаткой. Граждане в дома забились все. Путин с неба падает проклятый на дворы, балконы, шоссе. Выше влажность, ниже столбик ртути. День за днем в Москве страшнее жить. До чего довел Россию Путин? Даже снег решил, пора валить. До чего довел Россию Путин? Даже снег решил. Что эта песня вошла в новую пластинку Васи Обломова, как, кстати, песня «Пора валить». И эта песня, автором текста которой является Сергей Есенин. Я иногда делаю для себя дома какие-то такие коллаборации с известными поэтами. И, в общем, это получилось здорово, как мне кажется, ну, интересно. И я даже включил его альбом, который вышел. Песня написана на стихи Сергея Есенина. Она носит название «Гугу дает всю радость».
дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. И эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал царю свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и сной. Катится в солнце из мокнув улица передо мной. Собираю пробки.